Салют, дорогие друзья! Сегодня у нас новая распаковочка, и сегодня у нас на распаковке две посылки. Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров, и все это на канале «Китай стал ближе». Распаковка у нас сегодня связана с кухонной тематикой. Здесь небольшие приблуды для кухни. И, наверное, начнем сначала с маленькой посылочки. Вот эта вот посылочка... Шла она, если не ошибаюсь, 32 дня. 32, да. Это очень интересная и нужная вещь. Это очень нужная вещь для тех, кто любит чай. Для тех, кто любит чай, это очень полезная, я бы сказал, вещь. Так, оценена она в $1. Отправили ее Эстония, Таллин. То есть с Европы даже, не из Китая. Давайте откроем и посмотрим, что у нас находится внутри. Находится внутри у нас вот такая штукенция. Все, посылка пустая. Вот такая штучка для заваривания чая. Купил я ее, потому что очень не люблю чай в пакетиках. Прямо жутко не люблю чай в пакетиках. А на работе иногда садишься в обед попить чаю, и приходится заваривать эти пакеты. Я их не люблю. Так что вот такая штучка для заваривания чая. Как ей пользоваться? Давайте посмотрим и попробуем все-таки заварить чай. Берем чай. Засыпаем внутрь чай. Закрываем ситечко. Вот такая штука. Засыпали мы сюда заварку. И опускаем в бокал. И посмотрим сейчас, как заварится или не заварится. Все-таки, я думаю, довольно-таки удобно. Единственное, что я боюсь, что вода у меня не очень горячая, так что из-за этого может плохо завариваться. Но так, я думаю, должна завариться. Вот. Как бы поставить, чтобы было видно. Да, процесс заваривания потихоньку идет. Если будет горячая, то будет вообще классно. Так что удобная штучка, советую. Ссылочка будет в описании. Если кому-то не нравится пить чай из пакетиков, вот как, например, мне, не люблю я чай из пакетиков, вот можно приобрести такую полезную вещь. Так что не все в магазинах AliExpress полная фигня. Можно найти и полезную вещь. Вот такая полезная штучка есть. Еще раз повторюсь, ссылки будут в описании, ссылки будут в группе ВКонтакте. А мы с вами продолжаем. И теперь у нас на очереди вторая посылка. Дошла она за 28 дней, трек-номер не отслеживался, оценена в $2.5. И это как-то я хотел попробовать заняться этой вещью, заказал, но забыл заказать еще плюс к этому листы. По-моему, они называются нори. Вот, это наборчики для суши. Наборчики для суши. Заказывал один, пришло два. Прикольно. Прислали два наборчика, так что один можно будет не открывать и кому-нибудь подарить. Вот такой вот коврик. Коврик это, я так понял, для скатывания суши. Хотел сделать, но не нашел листы. По-моему, нори они называются. И вот такая вот лопаточка. Лопаточка. Дерево похоже на бук. Да, это бук. Да, это тоже бук. Вот такие вот два наборчика. Кстати, стоит недорого. Если кто-то дома увлекается, можно заказать. Я, кстати, заказал, а не видел. А есть еще с такой подставочкой. Было гораздо удобнее скручивать. Но можно попробовать и на этом коврике скатать. Как найду листы нори, обязательно скатаю. Обязательно расскажу вам, как у меня получилось или не получилось. Ну что ж, давайте посмотрим, что происходит с нашим чаем. Хотя вода и не очень горячая, но чай все равно заваривается. То есть будет погорячее, все замечательно заварится. Заварка не вываливается, то есть, как видите, все держит, все офигительно. Классные вещи. Всем советую. Заходите в описание, смотрите, покупайте. А на сегодня все. С вами был Владимир, канал «Китай стал ближе». И всем пока!